The Naka Island – a luxury collection resort and spa. The Naka Island – a luxury collection resort and spa был открыт в 2011 году. Он расположен в 25 километрах от аэропорта Пхукет на небольшом живописном островке Накаяй, что неподалеку от западного побережья Пхукета, на берегу моря. Для трансфера гостей отель предоставляет скоростные катера. Территория отеля примыкает к белому песчаному пляжу. Отсюда открывается прекрасный вид не только на море, но и на гористое побережье Пхукета. Рядом с пляжем находится бассейн Infinity. Благодаря нетривиальному дизайнерскому решению расслабиться на шезлонге можно прямо над водной гладью бассейна. В мини-клубе отеля ваши дети будут под присмотром воспитателей и аниматоров. Здесь проводятся занятия по росписи воздушных шаров и рисунку по ткани. Секреты тайской кухни вам откроют на мастер-классах, специально организуемых для гостей. В лобби отеля можно воспользоваться услугами интернет-кафе или взять почитать приглянувшуюся книгу из библиотеки. Сувенирный магазин на территории отеля приглашает приобрести подарки себе и своим близким. К размещению отель предлагает 67 вилл с приватными бассейнами. Tropical Pool Villa и Sea View Pool Villa по планировке и внутреннему убранству одинаковы. Различие лишь в видах из окна. Номера первой категории окружены садом, в то время как из номеров второй можно любоваться морем. Площадь вилл 350 квадратных метров. В спальне множество окон, что делает ее особенно светлой и обеспечивает панорамные виды. Ванная комната представляет собой отдельное бунгало, оборудованное всем необходимым, включая большую ванну и душевую кабину, совмещенную с парной. Royal Horizon Pool Villa предлагает полноценное жизненное пространство для четверых человек. Приватная терраса, откуда открывается панорамный вид на Андаманское море, переходит в бассейн Infinity. Особая роскошь – установленная в его центре платформа с шезлонгами. Главная спальня разделена на спальную и гостиную зоны при помощи подиума. Ванная комната спроектирована в тропическом стиле. Здесь нет замкнутых пространств. Во второй спальне установлены две односпальные кровати. Она выходит окнами в сад и также имеет отдельную ванную комнату. Столовая расположена на одном уровне с внешней террасой и может гордиться роскошным видом на море. Рядом с пляжем и бассейном находится отельный ресторан «Тонсай». В меню заведения – блюда тайской и европейской кухни. С просторной террасы, на которой установлены столики, открывается вид на море. Возле ресторана – гриль-бар «My Grill», который наверняка оценят любители барбекю. С террасы коктейль-бара с коротким названием «Зи» открывается панорамный вид на Андаманское море и побережье виднеющегося вдали Пхукета. В меню алкогольные и безалкогольные напитки, десерты, суши, роллы. Фитнес-центр отеля располагает полным набором тренажеров и другого спортивного инвентаря для физических нагрузок любого типа.
Любители водных видов спорта могут воспользоваться оборудованием для каякинга или же устроить водную прогулку на катамаране. Сделать отдых полноценным поможет спа-салон «Спа на К». Высококвалифицированный персонал возьмет на себя заботу о вашем теле. Среди особых предложений салона – массаж в горячем бассейне –